Всем привет, мы продолжаем наши экспресс-обзоры. Друзья, ну как вы знаете, некоторые магазины ввели ограничения на продажу социально значимых товаров от New Руки. Так ли это на самом деле? Проверим, да. Посмотрим и вам доложим в первую же очередь. За нами. Интересно, грунт будет в руки давать. Ну, в принципе, полки пока все полные. Мы, конечно, смотрим пока еще шоколадки всякие. Роберт, туалетная бумага есть? Да. Давай посмотрим. Да. Есть самое главное, ребята. Мясо есть, рыба есть, все есть. Роберт есть? Роберт есть. Тоже давай есть. Посмотрим. Для причем товар. Оператор вас слышит такое. А, первый раз слышите? От вас. А, да? Ну, понятно. Первый раз слышите. Смущать не будем. Смотрите, какие колбасы, что только нет. Наверное, это не касается магазина сети Магнит, да? Возможно, других тоже посмотрим. В Магните все спокойно. Нету никакого ажиотажа. Посмотрим дальше в популярных магазинах, что у нас происходит. Оставайтесь с нами. Так, лента, ажиотаж. Машину поставить некуда. Мы нашли. Наверное, все на праздники бегут закупаться. Выходные же. Маленькая разведочка. Посмотрите, на кассу столько же народу, как обычно, в воскресенье или в субботу. Даже чуть-чуть меньше, нет? Сейчас также поинтересуемся у сотрудников ленты. Есть ли такое ограничение? Ну, с шампунями, дезодорантами точно перебоев нет. В некоторых магазинах будет ограничение на товары, на социальные значимые товары. Ленты это касается? Да? А как остальные? Не могу сказать, спросить, на столько информации приходит, когда находите кассу самообслуживания. А, все, там вот такие все. Там узнаем. То есть это есть, да? Да, это, да. Все, спасибо. Вот так вот, ребята. По правде, что некоторые товары ограничены, да? И этого ваш магазин касается? Да, ну, гречка, вот завтра по 3 килограмма. На одну карту? Ну, то есть на руки 3 килограмма? На одну карту возможно только 3 купить. Если еще 3 сходить, то уже они по такой стоимости. Серьезно? То есть возрастает, да, цена, что ли? Да. Ну, допустим, сколько килограмм стоит? 53 купить растет. А, то есть каждый день растет? А? Каждый день цена растет? Нет, зачем? Вот, допустим, вы купили сейчас 3 штуки по 59. Да. Если вы еще раз придете с тремя штуками, они у вас уже не будут 59, они будут у вас 74. Ну ладно. Карты, да. Это, оказывается, не всех коснулось. Допустим, в Магните нет таких ограничений, а в Ленте есть такие ограничения. Я думаю, еще несколько магазинов надо присоединяться к этому. Слушай, она сказала именно на товары первой необходимости. Социально значимые товары? Социально значимые, да. То есть. Ну, что всегда? Отдыхает. Роберт, а что тебе тогда в Пломбире говорили, что они не закроются? Они сказали, что мы не знаем. Ну, прям очень психованно она говорила. То есть она, по сути, она догадывалась. Чувствовала, да. Понимала, что они приостановят свою деятельность на некоторое время. Будем надеяться, что действительно на некоторое время. Что, честно говоря, выглядит очень печально. Ну, все так же. Цветочки, шампуни, конфетки, сковородки. А
Ашан как раз-таки это из тех магазинов, которые ввел, да, эти ограничения? Один слышал, из. Слышал такое. Да. Но, как мы видим, народ вот, готовится к 8 марта. Какого-то такого ажиотажа нет. По сути, обычный выходной день. Друзья, ну, я могу сказать одно, что кофе в Бургер Кинге подорожал на целых, ну, как он даже, рублей 5. Подожди, на рублей 5, наверное, 10, да? 90 рублей стоит. Надо 185, было зайти и проверить. 5 рублей, да. А я кофе не пью. По сути, всю, ну, продукцию подешевле сразу сметает. Да, да, смотри-ка. Смотри, сюда нижние полки, это у нас чуть подешевле. Дальше больше, больше, больше. Девушка, а подскажите, пожалуйста, правда, что ограничения действуют сейчас на покупку? Чего? Вот крупы всякие там, вот это первое. Я не знаю. Вы слышали? Mm-hmm. Вы прочитали просто, что Ашан вводит как раз таки. Ну, я не знаю, песок же берут прямо вот тележками, а лёд килограмм не могут. Не знаю. Вот так вот, в Ашане ничего не знают. Ну, ладно. Все хватает всем. Ага. Ага. Вот оно как. Девушка, скажите, пожалуйста, правда, что ограничения ввели на социально значимый товар в одни руки? А сколько? Сколько заходит в одни руки? 5 килограмм. Речек снимать меня не надо. Путину, не пожалуйста, обращайся. Вот такая ситуация у нас на 6 марта в продуктовых и не только магазинах. Друзья, мы будем следить за событиями. Следите и вы за нами. Да.